На чемпіонаті України з боксу, який проходив у Хмельницькому, вихованець нашого кадру США Даніло Рибченко виграв 4 бої, але посів друге місце. Що цікаво, в боях з суперниками невисокого зросту Даніло вміло використовував свої довгі руки. Чемпіонат пройшов більш-менш нормально. В моєму весі було 22 противника. Із них я провел 5 бойов, 4 победы. Ну, проиграл ты в финале, я так понимаю, да? Да, да, правильно. Почему? Ну, как сказать, 4 боя – это тоже результат. Да. Было сложно пройти морально. Ну, я думаю, не успел восстановиться и подвело это. Тренер, что тебе сказал после боя? Поздравил или сказал, мог золото взять? Мог золото взять. Я сам знаю, что мог золото взять, но… Это был не самый сильный соперник? Ну, не один из самых сильных, которых я был, да. Ну, ты же его знаешь, то есть в случае встречи на очередном турнире, я так понимаю, что у тебя есть шансы победить. Ты уже знаешь, как это делать. 100%. Как, если не секрет, он это не увидит. Ну, в ринге все увидит. Будущие соревнования какие? В чем будешь принимать участие? Ну, планируется турнир международный в Румынии. Но пока только планируется, еще не знаем. А там в дальнейшем посмотрим. Ну, тебя же берут как второго, я так понимаю, по весу в своей категории, да? Ну, беру, да, но буду как второй. Будешь второй, да? В случае, если вдруг соперник ослабеет или ты что-то выиграешь дополнительно, то у тебя появляются шансы стать? Ну, появляются, но они маленькие. Вообще планируешь продолжить свою боксерскую деятельность? Ну, в планах, да. В планах, да. Ну, это ж придется куда-то в Киев ехать или тогда, или можно и заниматься и здесь, и идти дальше в боксе. Посмотрим на сейчас такой жизнь, что... А ось его тренер Игорь Глущенко явно засмучений, бо з його погляду Даніло мав привезти золото. Должен был выигрывать, но виноват сам, где-то не дорабатывал, да. Он нас сейчас не слышит, но ты же ему подскажешь на тренировке, чтобы он под большими нагрузками ходил. Если он сам себя заставлять не будет, его никто не заставит. Я так слышал, что сегодня ребята обсуждают уже следующий турнир проходит сейчас, да, где-то? Поехала молодежь сейчас в Житомир, мастерский турнир. Кудрин там бой выиграл, сейчас за медаль, к сожалению, проиграл. А Сырбу Родион вышел в полуфинал. Так что будет боксировать за выход в финал. За выход в финал, а там, глядишь, и долгожданное золото, да? Что-то не было в этом году еще. Ну, это ж тот же самый чемпионат Украины. Первое место – мастер спорта. Мастерский турнир, да. Там все сильнейшие боксеры Украины на этом турнире. И тот же самый чемпионат Украины. Понятно. Ну, пожелаем тебе удачи. Надеемся, что среди этих пацанов, которые сейчас вот бегают, будут и победители, и призеры. Как ты думаешь, будут? Будут, конечно. Если будут заниматься. Если будут работать. Если будут работать. Новые боксеры, новые поступления ждешь? Могут прийти записаться? Да приходят так потихоньку. Но они приходят уже под лето. Надо в зал приходить с осени. Они приходят уже весной, летом. Записываться надо с осени приходить, с сентября. Ну, я смотрю, у тебя вот еще одна взрослая девчонка появилась, да? То есть у тебя и девчонки появляются? Ну, уже 5 человек занимается. А девочки что сейчас боксируют? То же самое, как и пацаны. Олимпиада же проводится по женскому боксу. Уже серьезные, да, серьезные. Все, везде в мире уже женский бокс, как бы уже конкуренция, что большая конкуренция уже даже в женском боксе сейчас. То есть на Украине вот сейчас проводили, что по юниорам же Украина, вот где он боксировал, там мы параллельно девочки боксировали. Так уже там по 15-16 человек в весе. А наприкінці минулого тижня у Житомирі проходив майстерський турнір з боксу, де медаль завоював ще один вихованець нашого кадру США Родіон Сирбу. І, уви, теж не золото, а бронза. Побажаємо нашому тренеру Ігорю Глущенко та його вихованцям удачі, бо вона дуже потрібна в кроці від медалі, особливо від золотої.